пропавшего 21 сентября режиссера Большого драматического театра имени Товстоногова Александра Никонорова, предварительно обнаружили мертвым в поселке Токсово Всеволожского района региона. Маршрут драматурга на велосипеде удалось отследить до частных коттеджей по улице Лесовода Морозова. Это было последнее место, где он попал в объектив камер наблюдения. Сегодня тело мертвого мужчины нашел грибник в лесу в районе поселка Токсово и сообщил правоохранителям. Детали одежды соответствуют поисковой ориентировке на Никонорова, рядом найден велосипед. Теперь его должны опознать родные. Делитесь этим видео с друзьями. А также не забывайте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.